представляется 1992 год как один из наиболее ярких и счастливых. Само танцевальное движение стало выходить из подполья. Больше интересных локаций, больше вечеринок. Наши познания связаны были с присылаемыми Габриэлем Воробьевым из Лондона кассетами. Я сам стал официально диджеем. В замкнутом микромире во всей стране же была революция. Люди воевали, две революции мы пережили. Как вот у нас спросить, там, где там эта революция проходила? Мы в колпачке жили вообще, зажигали по полной программе и радовались жизни. И к тому же состоялось еще одно эпохальное событие – «Гагарин Пати 2», на которое я был приглашен в качестве официального гоу-гоу-денсера. Хорошо помню, что Гурьяна в таком лежачем, я помню, где ноги выше головы, в лежачем веломобиле, откинувшись на спину, просто в безумном состоянии расслабленном, счастливом, накручивающей круги, в тренировочных трусах, подтяг, да. Он никак не хотел уходить, он уже был после разрыва в одних трусах, с майкой махал и кричал: «Я женюсь на этой дискотеке». Во всем этом и многом другом вы сможете прочитать в энциклопедии истории российской танцевальной культуры «Made in Dance».